пейзаж уральский. А это вот в деревне Корнилово лог знаменитый, где добывали рубины, эфиры. Вот он идет. Смотрите. Ехал, смотрю, что-то камешки какие-то. Ну, это и шмоет какой-то. Это кварчик. О, даже солнышко выглянуло. Вот кварц тоже навален. Вот тоже. Только оформленных кристаллов не видно. А если и были, наверное, собрали уже. Надо, когда землю вспахали, вот тогда и ходить, а не сидеть дома. Ну вот это по-любому часть кристалла, видите, вон. Вот одна гранька, вот здесь сросток был, видимо, кристаллов. Дончики попадают. Можно походить, поискать в канавках. Видно, что, видите, вода текла. Ручеек, правда, сухо сейчас. Но что-то все равно ведь в промоинах осталось, чтобы определиться с местом хотя бы. Вот, видно. Халцедончики попадают здесь. Вот. Конечно, вымыть, так какая-нибудь красотуля найдется. Вот, видите, маленький цвет какой, даже на перелив смахивает, на шайтанский. Много всякого добра валяется. Знаете, вымоешь, цвета совершенно другие. Вот. Вот этот, я уверен, интересный камень вообще. С художественной точки зрения. Ходить, что ли? Считай, я в другое место поехал. Вот тоже будет. Ладно, возьмем. Минуток 5 потеряем. Поздно выехал. Кварцевая жила где-то здесь есть. Видите, кварц какой. Симпатюльный. Вот частично минерализацию видно.
Вот сейчас покажу, вот видите, кварчик пошел кристаллом. А здесь вот он вообще, вот в этом, на этом участке прозрачный уже. Так что, в принципе, где-то можно и жилу подсечь. Просто поля здесь паханы. Не будешь гадить кому-то. А так интересно, пособирать, может, где-то выпрет что-нибудь. Ну, это так, на удачу. Ну вот ясно, что это пигматитовая жила, видите, пигматит. Ну, покопаюсь, вот Валя, может, что интересно найду. Жара кончилась. И сразу комары пошли. Ну вот, вот Валя, неплохое, видимо, место. Видите, пигматит. Вот он, пигматит. А здесь вот, вот эта зона, видите, кварчиковая уже такая интересная. Возможно, в занурыш упиралась вот этим местом. Да хватит вам гудеть. Вот тоже. Вот это вот место вкусно, видите. Мусковит идет. Кварц. Вот. А может, и той дорогой. Вот кусочек кристалла. Вот одна гранька, другая, третья, вон там четвертая. Шесть должно быть, видите. А тут перо мусковитая пачка такая. Ну что, возьмем, посмотрим, когда отмоем, что это будет. Это навалило шишки одни уже. О, какие крупные шишки. Вместо камней шишек бери. Кварчик, видите, тут мусковит блестит, опа, а тут, а здесь вот кристалл сидит. Ну, интересно, видите, кристалл, чё, не фокусируется, что ли, вот черт, неважный аппарат, предыдущий лучше был. Ладно, возьмем. Это все под названием пигматит. Вот тоже, видите, следа мусковита сколько. Опа. О, вот это уже интересно. Вот это кристалл. Вот вторая гранька. Вот здесь еще один. Ой, елки, какой же я корявый, а. Обязательно тут мусковит пачка сидела, я сколько-то тут убрал. Вот видите, если вот так вот образец сделать, то неплохой будет. Так, ну вот уже две находки более-менее. Уже не зря приехал отдохнуть.
в этот хреновый год. Сами выпадывают. Видите, какой пигматит бывает. Рисунок. Вот тут же пачка мусковита вот сидит. Отложим. Вот шпатик. Шпатик. Такой блочный уже пигматик. Видите, закончился. Вот такой вот шпат пошел. И это хорошо в этом месте, где такой крупный шпат. Вот эти мусковит. Мусковит. Пигматите. Красота. Вон уже какая минерализация тут. Попёрла. Попёрла. Опа. И это что? А, ну что, конечно. Осколок кварца. Ясно. О, вау. Вот видите, вот пигматит подходит. Раз, вот такая коричневая штука. Вон кварц даже, пигматит этот, шпатеризирует. Видите, поблескивает. Ну, это занорыш вот здесь, ребята. Вот этим, этой стороной занорыш все было. Вот здесь вот. Вау, вот где рука моя. Вау, вот тут был занорыш. Это вот стенка занорыша небольшая. Вот. Что здесь я не вижу? Кварц. Кварц может... Что тут может быть еще? Шерл может быть. Турмалин. Так, возьмем этот образчик. Ну вот, пока ничего вроде не видно больше. Ну ладно, сейчас дальше продолжим. Ну вот кварц, видите, он веретёшком. Вроде ничего не видно интересного. Так, вот отдельные маленькие мелкие кристаллики. Тоже посмотрим, что там. Вот этот вот интересней. Мусковит на кварчике сидит так. Тут пигматит видно. Копал, отошел. Смотрю, что-то сидит он. А черт. Не то, но интересно. Видите, кварц какой. А в кварце мусковит. Вымоем. Посмотрим, что там. Вот это. О, какие малюськи здесь сидят, смотрите. Маленькие кристаллики дымчика. Красава. Мыть надо. Думал, уж хозяйка мне ничего не подбросит. Нет, спасибо ей. Хороший кристалл. Дымчика. Отлично. Yes. Ну, в общем, ничего доброго. Нет, что-то появилось. Ну, в общем, горный хрусталь окатанный. Была часть кристалла.
Вот здесь вот видно, что еще. Гулял по землице. Вот и все. Я катался. Ладно, что, возьмем все равно такую шнягу. Как не взять. Смотрите, мелкие-мелкие кристаллики выперли. Тоже возьмем. Вымоем, потом покажу. Прилеплю к ведюшке.